Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин Досса Досси Полон. Холст масла 194 на 118 размер. Такое описание я нашел. На картине изображен Аполлон, чей культ у древних греков был связан одновременно и с природой, и с искусством. Он играет здесь на Иоле де Брачча. Подаль видна прекрасная нимфа Дафна, в которую, согласно мифологии, бог влюбился и устремился за ней вдогонку. Но нимфа, не пожелавшая стать возлюбленной Аполлона, превратилась в лавровое дерево. Это был любимый прием венецианских живописцев — отодвинуть назад изображение, раскрывающее сюжет, и вывести на первый план настроение, воплощением которого является главный персонаж. В данном случае это персонаж Аполлон, а чувство – это необузданная страсть. У помещенной вдали Дафни есть другая роль. Воздевшая руки, которые сейчас превратятся в ветви, нимфа здесь является божеством леса, луга, деревьев и трав. Образ женщины, одухотворяющей природу, не раз встречался у венецианских художников, например, у Джорджоне. Однако Аполлон словно дирижирует стихии, то есть картина выражает мысль о том, что миром правит искусство. Ну вот такое описание картины Досса Досси «Аполлон» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое.